Почему пролив слез, именно такое название имеет этот пролив? Связан с чем? Соленость, да. Учитель географии лицея номер 22 Александр Бронников каждый день совершает с учащимися виртуальное путешествие по земному шару. То они заглядывают в недра земли, чтобы изучить полезные ископаемые, то поднимают паруса, преодолевая моря и океаны. Вот таким плаванием для учителя географии стала работа в школе. Чтобы попасть в число лучших педагогов Подмосковья, он, как и другие соискатели, предоставлял авторскую методику преподавания. Мной было предоставлено две методики. Первая методика – это использование технологии Scrum, Scrum на уроках географии. Это элемент групповой работы. Вторая технология – это использование межпредметных связей на урок географии. Отсюда успеваемость и стремление ребят проверить знания. Некоторые выбирали этот предмет для сдачи ОГЭ в 9 классе. Но есть и те, которые дерзнули на олимпиадах, стали победителями и призерами регионального уровня. Главное, на мой взгляд, это привить любовь у ребят к предмету. Когда ребенок идет на урок географии с удовольствием, когда он не боится задать вопрос, который он не понимает, и он может получить всегда консультацию учителя, чтобы не было непониманий, то у ребенка формируется как раз положительное отношение к предмету. Учитель музыки лицея номер 22 Наталья Невская вошла в топ лучших учителей России. Но я сама защищала диссертацию кандидатскую, и еще тогда я разработала технологию формирования слушательской музыкальной культуры школьников. И ее я сейчас успешно в дальнейшем и применяю. Я всегда стараюсь учащихся, особенно подростков, ну, чем-то завлечь, что-то интересное рассказать, связать историю музыки с современной жизнью. Педагог с ученой степенью, кандидата педагогических наук, вызывает у детей интерес к предмету. Они, как и учитель, занимаются исследовательской деятельностью. Мы, например, тоже защитили разные проекты, исследовательские работы, брали темы «Музыкальная жизнь Воскресенска», «Архитектура Воскресенска», «Арт-терапевтические возможности музыки», «Музыка в кино», в общем, многое-многое другое. Юные искатели сокровищ в мире музыки и художественной мировой культуры стали победителями и призерами олимпиад. 4 ребенка федерального уровня и 9 регионального. Наталья Невская подняла престиж музыки как школьного предмета, прививая детям вечные ценности. Авторские методики, сведения о квалификации и результатах работы стали главными при определении лучших учителей области и России. Я всегда восторгаюсь самоотверженностью своих учителей. И не исключение Александр Сергеевич и Наталья Сергеевна. Один – это инноватор, это скрам-мастер, фанат групповой работы. А вторая – учитель музыки, классический вариант учителя, который не чужды инновации, и все-таки она в большей степени тот учитель, к которому мы привыкли. Педагогов ждет денежное поощрение, которыми они распорядятся по личному усмотрению, а грант за 14 место в рейтинге лучших школ Подмосковья лицей потратит на оборудование. Евгений Светлый, Евгений Стародубов, новости Искровект.